Все по последнему слову техники и мировых тенденций в части рынка труда. В Ульяновске создается центр опережающей профессиональной подготовки. Уникальная площадка для обучения, переобучения и консультаций расположится в здании Ульяновского многопрофильного техникума на улице Доватора. Сейчас в здании делают капитальный ремонт. В активной фазе демонтаж крыши и помещений второго этажа. Здесь поменяют абсолютно все, от инженерных сетей до фасада. В центре опережающей профессиональной подготовки Ульяновской области люди, любые граждане практически от 12 до 65 лет могут получать помощь, консультации какого рода. Если необходима работа, мы можем помочь потенциально подыскать эту работу. То есть мы работаем с потенциальными работодателями. В свою очередь потенциальные работодатели могут подобрать квалифицированные кадры. Если нужна будет помощь в обучении и переквалификации, центр подберет соответствующую обучающую программу и привлечет экспертов со всей страны. В среднем обучение по одной компетенции займет до полугода. Акцент на международные стандарты World Skills. Мониторить рынок актуальных профессий будет специальный отдел центра. Создание таких площадок по всей стране – одна из задач нацпроекта «Образование». По поручению президента России, который дал поручение правительству организовать порядка 100 таких центров по всей России, к 2024 году первая волна, порядка 25 центров были открыты в 2019 году, примерно столько же в 2020 году. И в 2021 году также открывается порядка 25 центров опережающей профподготовки в разных регионах. В центре организуют 10 современных пространств. Залы-трансформеры, коворкинг, медиазону, кабинет проектной деятельности, компьютерный класс, лекториум. Здесь также будет кафе, буфет и ресепшн. Планируется, что в год услугами центра будут пользоваться порядка 10 тысяч человек. Рената Лиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.